Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тарас и сервер по Counter-Strike 1.6 «Западная Украина». Группа ВКонтакте vk.com/ksvestern. У нас подошел к концу еженедельный розыгрыш Steam Counter-Strike 1.6 под номером 4. Для участия нужно было быть подписанным на группу нашу ВКонтакте, сделать репост этой записи к себе на стену, и победитель будет определен на стриме. Окончание розыгрыша будет, когда будет более 50 репостов. 50 репостов мы не набрали. Я уменьшил количество репостов до 30. 30 репостов у нас есть. Отлично. Вот можно увидеть всех людей. Круто, супер и так далее. Видите, как нас любят наши игроки. Отлично. Мы берем, копируем ссылку на данный розыгрыш. Вставляем на сайт bestrandom.ru. Бросает жребий. Исключает участников без аватарки и забаненных. Да, это правильно все. Нажимаем «Выбрать победителя». Все происходит быстро, если сайт не подвиснет. Да, у нас есть победитель. Победитель — это Элька у нас. Нам осталось только проверить, является ли данный человек участником нашей группы ВКонтакте. Так, выделяем, копируем. «Manage Community Members». Вставляем. И, как видите, данный человек есть у нас в группе. Ну, поздравляем Эльку, что она победила в конкурсе розыгрыша Стима. Следующий розыгрыш будет уже сегодня под номером 5. Количество репостов будет увеличено до 35. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тарас. Всем спасибо. Всем пока.